в общем, мы уже вернулись с Константином с квартиры. Он Костя там мешает, конечно, очень сильно. Родители еще там клеят обои. Обои надо переклеить в квартире только в коридоре. Вот я тут сделала салатик, сделала обед, отварила макароны, котлеты. В общем, быстро-быстро. Константин сидит, смотрит мультики. Он только что покушал, пообедал. И сейчас пойдет спать. А мне еще надо сгонять в ДМ и купить еду для кота. Сегодня воскресенье, у нас 22 декабря. Ой. Завтра еще один день магазины работают, но завтра у меня куча всяких дел. Я не успею даже в магазин забежать что-то купить. Вот, поэтому вот так вот. Надо сегодня обязательно сбегать в магазин, иначе на Рождество 3 дня подряд у нас магазины будут закрыты, и Кубик у нас будет голодать тогда. Надо обязательно, если Кубик будет голодать, то будет плохо всем. Да, Костя? Скажи, да, он покоя никому не даст, начнет мяукать, кричать. Кубика чашечки я еще не перевезла. Вообще большой переезд, где я заберу всю мебель из старой квартиры. Он у меня будет в январе. Сейчас в новой квартире здесь, в Берлине, надо будет обои в коридоре поменять. Потом надо будет заменить пол. Там очень страшный линолеум. Я хочу... Ламинат не буду стелить, но хочу... Линолеум другой тоже постелить. Ну, посмотрим там, короче. А потом уже как будет все готово, все помою, все окна, батареи, все, что там в квартире есть, все подоконники, все перемою. И можно будет ввозить мебель. Все, Кубик у нас с запасами. Теперь накупили ему всяких вкусностей. И сухого корма, и мокрого, и всякие тут вкусняшки. В общем, целую корзинку набрали. Кубик теперь у нас не пропадет. Костя, пойдем. Пойдем, Костя. Что ты там смотришь? Пойдем, поехали к бабе с дедом. Все, можно спокойно ждать мама. Выходных, да? Мама! Декабря, завтра Рождество, а у меня еще дела. Вообще немного не до праздников как-то, но так, утро раннее, ну хотя не такое уж и раннее, 8:30 уже, но планировала выйти пораньше из дома. Не получилось, пока там с Константином, пока его одела, пока покормила, пока туда-сюда сама собралась на полчаса, планировала пораньше выйти, не получилось. Так, ну что? Потихонечку я продвигаюсь вперед. Сейчас надо съездить, кое-какие документы проверить и отдать. И потом начнутся выходные. Потом все, потом у меня будет перерыв. Сегодня это последнее дело перед праздниками. Я потихонечку продвигаюсь вперед. Медленно, но уверенно. Иду вперед. Дела решаются, меня это радует. Я вот уже 1,5 месяца как живу в Берлине. И... эти 1,5 месяца для меня так быстро пролетели. Каждый день какие-то адвокаты, какие-то термины, какие-то бумаги, какие-то дела. В общем, постоянно какие-то заботы. Но уже больше половины я разгребла, как мне кажется. Остались такие мелочи. Вот после Нового года осталось у меня 3 больших дела, которые надо сделать. И потом по мелочи, потом уже вплотную можно приступать к квартире, покупать там мебель, ну, все, что нужно. Вот, так что я думаю, что к концу января, к числу 20, я уже совсем разберусь, и потом уже можно будет вздохнуть и выдохнуть.
Все, все дела сделала. Посмотрите, подхожу к машине, посмотрите, на какой парковке я стою. Так, ну, по крайней мере, здесь, где я стою, нету лужи. Хоть в лужу не заехала. Так, ладно. Я надеюсь, я не забуксую. Но, в принципе, не должна. Здесь, в Берлине, есть русское радио. Так прикольно. После того, как Костя мне засунул монетку в плеер, туда, где диски вставляются, Костя мне закинул 50 центов монету. Теперь у меня, в общем, диски не проигрывают магнитофон. И поэтому очень классно слушать русское радио. Я хочу сделать суши-салат. В общем, нашла в интернете такой рецепт прикольный. Салат называется что-то ленивые суши, что ли. И сейчас я заеду в магазин и закуплю продукты. Мне очень интересно, какой он получится. В общем, туда надо рис, огурец, майонез, лосось слабосоленый. Вот. Как сказано в видео, то он получается на вкус как ленивые суши. И вот мне стало очень интересно. Я хочу сделать на завтра маленькую порцию и посмотрим, какой он вкус. Сумасшедший дом в магазине. Это просто ужас какой-то. Просто сумасшедший дом. Мы сегодня гуляем в аквариуме. Вау, какая большая. Das siehst du alles, wenn du da schnell hingehst. Aha. Boah, ja, ja, ein paar Mal. Das ist aber hübsch. Und da hast du Seepferdchen hier vorne. Die gelben. Und der da oben auch. Aber der muss ins Fixen. So ein Fisch, wenn du kaufst, kostet 150. Hier um die Ecke. Wir kommen gleich. Kamera und dann auf, jetzt hast du schon Video und dann auf Aufnahme. Und jetzt? Jetzt genau da drauf und jetzt läuft die Aufnahme. Ага. Вообще балдина. И как же,
Ау. Не упади туда. Нравится тебе тут? Костя. Смотри, я красная. Скажи привет, привет. Давай, здесь снимешь. Привет, привет. Огромная, да? Ой, да. А вот еще одна, Костя, смотри. Вот еще.